уважаемые коллеги. 8 лет и 5 месяцев на посту. Действительно, опыт богатый. Действительно, как упомянул Владимир Васильевич, у нас в Калмыкии остаются нерешенными еще некоторые проблемы, но и сделано немало. Убежден, что сложившаяся команда, сложившийся коллектив, как в правительстве, так и в депутатском корпусе на всех уровнях Республики Калмыкия помогут и позволят новому временно исполняющему главы Республики Калмыкия справиться с поставленными перед ним задачами. Убежден, что то высокое доверие, которое оказано главой государства Бату Сергеевичу, будет им оправдан. И в этом мы, все присутствующие здесь в зале, и тысячи наших земляков ему помогут. Мы все хорошо, очень хорошо, очень хорошо знаем Бату Сергеевича по предыдущему опыту его работы в Народном Курале, в Совете Федерации, поэтому здесь излишние характеристики не нужны. Уверен, что задачи, поставленные перед ним, будут выполнены. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить вас, присутствующих здесь в зале, и, конечно, весь народ Калмыкии за ту поддержку, которую вы оказывали на протяжении этих многих лет мне и моим коллегам. Только вместе нам удалось многое сделать. Только сообща. Уверен, что вот это единство, которое сложилось как в органах исполнительной власти, в органах законодательной власти, все это позволит нашей республике развиваться и впредь динамично, и наш народ будет жить в благосостоянии и в процветании. Еще раз всем огромное спасибо. И самое главное, всем нашим землякам, хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, мира и благополучия. И, конечно, мира и благополучия нашей общей родине России. Спасибо.